Апатиты затопило. Если день 20 июня 2017 года кировчанам запомнится снегопадом, то 20 июня 2018 года запомнится апатичанам сильным ливнем. В Апатитах с самого утра начался сильный ливень. Его последствиями апатичане начали делиться в социальных сетях, присылать в редакцию видео и фотографии. Вот двор на Кирова 10 в старых Апатитах был полностью затоплен. От самых подъездов до детской площадки. А вот жильцы Козлова 15 проявили настоящую сплоченность. Соседи помогают друг другу добраться до подъезда, выносят резиновые сапоги. Иначе домой было не попасть. Тротуар затопило. Традиционно после сильного дождя оказалась затоплена окружная. Как написали пользователи соцсетей, на улице строителей образовалось озеро, где заглохли 3 автомобиля. По данным областного гидрометцентра, причина непогоды – циклоны, смещающиеся с юга Скандинавии в северном направлении. В ближайшие дни по Мурманской области ожидается временами дождь, в отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха ночью – +6, +11, днем – +10, +15, на юге – до +20.